самолет идет на посадку в Дубае. Все в огнях. Стадион вон виден. Окно мешает. Да? Это еще явно не Дубай, потому что небоскребов еще нету. Интересно, что времени уже очень много, уже около 11. Все горит, светится. Мне после Германии даже странно. У нас в это время уже все темное. Все спят. Полет эмиратскими авиалиниями. А прошлый полет у меня был Люфтганзой. Летят совершенно разными маршрутами. Люфтганза облетает Аравийский полуостров с запада, через Афины, через Эйлат летели, а эмиратские линии облетают с востока. Черное море даже немножко прихватывают. Весь Ирак, Багдад. И у самой границы с Ираном резко так делают поворот на запад, чтобы Иран не зацепить. Соответственно, на 40 минут дольше летели. Очень красиво, конечно, с воздуха.